стесняюсь, конечно, говорить. Жанна, с вас, когда нас пригласили на встречу, вы попросили, чтобы вы рассказали коротко, что благотворительность значила для матери Терезы. И я как бы думала, как это лучше рассказать. Я поняла, что для ней самое важное было три такие пункта. Что, во-первых, для нее все, что она делала это ради Иисуса, ради своей любви к Богу. И почему она могла, вот, смотря на человека, обращать все свое внимание вот, именно на того человека, который был перед ней, это потому, что она в каждом видела Христуса. Так как Иисус говорил в Евангелии, что все, что вы сделали другому человеку, вы сделали мне. И это независимо от того, он был католик, или хиндус, или мусульманин, это для нас вообще не имеет никакого значения. Для нас каждый человек – это Божие дитя. И второй такой пункт – это то, что она всегда говорила нам, что чтобы давать Божью любовь, мы должны наполняться этой Божьей любовью. Да, потому что мы должны являться только такими сосудами, инструментами, которые Бог использует для своего дела. И потому, чтобы иметь силу делать то, что мы делаем, мы довольно много времени посвящаем молитве. У нас такой совместной молитве, где мы забираемся вместе все сестры, каждый день, это не меньше, чем 4,5 часа. Потому что если, как мы понимаем это так, что если мы не будем брать этой силы у источника, у Бога, тогда мы, во-первых, устанем, во-вторых, мы начнем людям давать самих себя, а никто в нас не нуждается, да? Они нуждаются в Богу, в Его любви, а не в нас. И третий такой очень важный пункт, думаю, что это то, что мать Тереза говорила, что мы призваны к тому, чтобы быть верными, верными своему призванию, верными тому, что от нас хочет Бог. И несмотря на то, как в глазах мира мы достигаем успеха или нет, потому что мы не призвали к тому, чтобы быть успешными, но чтобы быть верными. Да? Иногда это очень тяжело принять людям, когда мы пытаемся что-то делать, пытаемся кому-то помогать, и кажется по-человечески, что это никуда не идет. Но главное делать то, что мы должны, и все остальное оставить в Божьих руках. И еще такая мысль, которую я очень сильно испытала вот, в своем служении. Думаю, что вот Леша то, что рассказывал, это он поймет, что очень важно, чтобы мы вот, дарили людям вот эту любовь. Это что он человек, такой как я. И я когда жила несколько лет на Дальнем Востоке, уже в России, там небольшой город, и это было очень видно, что когда люди бездомные, да, те, которых мы часто слышим, люди называют бомжи, вот такие и такие, ну, потому что они грязные, потому что они выпившие, они приходили к нам в столовую, приходили покушать, приходили на перевязки, приходили одеться, и они за все это были, конечно, благодарны, да, были благодарны за то, что мы их покормили, что мы их одели, что мы их полечили, но настоящей вот такую радость я видела в их глазах, когда мы встречали их в городе, где-то на остановке или на рынке, и мы здоровились, и мы могли их назвать по имени. Вот, привет, как у тебя дела? Потому что тогда они знали, что вот он для меня на самом деле брат во Христе. Он для меня человек, которого я знаю и люблю.